Всех приветствую, друзья! С вами снова Данди Арт. И на этот раз у нас персонаж из мультфильма «Котенок Гав», что ли? Я не знаю, честно говоря, как называется мультфильм, но это «Котенок Гав». Советский мультфильм. Не знаю, сейчас дети смотрят этот мультфильм или нет, но мы в детстве смотрели. Очень интересный мультфильм. Котенок, ну, очень милый. Я старалась, конечно же, нарисовать максимально похоже. Фигура, тело, мне кажется, более-менее было похоже получилось, да? Но лицо, вот я лицо поправляла и поправляла, так поправила, но точь-в-точь, как в мультфильме, он все-таки не получился. Поэтому я не знаю, что даже сказать тут. Смотрите, вот поправляю. В конце будет раскрашивание маркерами. Это видео у нас рисование плюс раскраска в плейлисте. Если вы посмотрите, у меня там отдельная папка рисования, отдельная папка раскраски. А тут... А, еще есть отдельная папка рисование плюс раскраска. Это видео как раз-таки рисование плюс раскраска. Ну, ребят, сейчас я подберу какую-нибудь веселую песню. Желаю вам приятного просмотра. Поставьте лайки, поддержите мой канал, подписывайтесь. Всего доброго, друзья!